Ситуация на украинско-польской границе становится все более напряженной. Поляки перешли к радикальным действиям и методам и уже не просто блокируют фуры и автобусы, а начали их уничтожать. Вот на этом видео протестующие засыпают трассу покрышками и землей, чтобы наши фуры... ...высыпают зерно из украинских фур в Ягодине. По предварительной информации, полякам не понравилось, что украинские водители транзитом двигались в Литву. Потому те начали резать тенты. Из-за блокировки на территории Польши в очереди на двух направлениях стоят 1050 грузовиков. 400 из них напротив Раворусской и 650 напротив пункта пропуска Ягодин. Так, друзі, всім привіт. Ситуація на кордоні Медика Шегині станом на 23.12. Стоїмо ми на кругу почоту в дві сторони. По словам пресс-секретаря госпогранслужбы полковника Андрія Демченка, блокування границі може продовжатися до начала марта. Как вам такие новости? Напишите свои мысли в комментариях, не забудьте подписаться, поставить лайк. И помните, команда Украина сегодня работает для вас.